Здравствуйте, друзья, доброе утро. 28 апреля 2017 года. И это у меня такие апрельские тезисы получаются. Значит, такие, поскольку у меня день рождения сегодня, то каждый год в это время, с тех пор, как канал у нас появился, каждый год в этот день я говорю спасибо тем, кто шлет поздравления. Я, честно говоря, поначалу был просто захлестнут какой-то волной колоссальной, сотнями там шли поздравления из разных мест, я думаю, как же так? Сложность в том, что я как-то неудобно же не отвечать, правда? Значит, то есть человек написал, надо ему сказать спасибо, там, ну что-то, ну вот время какое-то уходит. И мне говорят, а ты спрячь свой день рождения, спрячь в скайпе, спрячь тут, спрячь там, и никто не узнает. Я начал прятать. И это, конечно, позитивно влияет, потому что меньше народу в курсе. Вот. И я уже тогда стараюсь как-то, знаете, в порядке экономии времени сразу ко всем обратиться, кто там писал поздравления, может быть, не писал, но, так сказать, мысленно с нами и так далее. Я вот хочу всех поблагодарить, и я очень-очень ощущаю это тепло, и вот какая-то энергетика такая хорошая. Я очень-очень здорово это все ощущаю. И поблагодарить, и сказать, что жизнь продолжается. И я вам тогда расскажу анекдотец. Я бы с удовольствием камеру повернул, но что-то... нет, не получается. Солнышко так светит, что если я поверну, будет слепить. Значит, я вам тогда напоследок, поблагодарив, расскажу анекдотец. Такой старый, классический, может быть, вы его слышали. Ну, так, для примера. Неравный брак, значит, девушка молодая выходит замуж за дедушку такого лет 80, но он граф, богатый граф, все дела. В общем, зачем она ему, мы не знаем, но вот так вышло. И она думает, ну да, граф старенький, 80 лет, понятно, что человек не может ничего. Ну ладно, вот я буду замужем, и у меня будет там, скажем, два любовника. Ну вот так, чтобы не скучать. Пошла спать, первая брачная ночь. Вдруг тук-тук в дверь. Она говорит, кто там? Это, говорит, я, граф. Пришел исполнить свой супружеский долг. Исполнил, значит, ушел к себе в опочивальню. Ну и молодая графиня думает, фига себе, граф-то оказывается. Ну ладно, тогда пусть будет граф, ну и, допустим, один любовник. Проходит буквально там минут 20, тыр-пыр, и опять тук-тук. А кто там? Говорит, это же я, граф, говорит, пришел исполнить свой супружеский долг. Исполнил, опять ушел там к себе. И она думает, хрена себе, граф-то. То есть это... Так, господи... Да, говорит, ну ладно, тогда, наверное, тогда пока не надо любовников никаких. Никаких сил не хватит на них. И тут опять тук-тук. Говорит, что кто там? Говорит, это я, граф, пришел исполнить свой супружеский долг. Ну и она уже так возмущенно кричит, граф, да что же это такое? Говорит, там третий раз за час. Он говорит, ой, деточка, простите меня, пожалуйста, это же просто у меня старческий склероз. Ну, так вот. То есть, да, к чему я клоню, что... А мне еще и 80 нет. Мне только 61, самый, можно сказать, расцвет. Говорят, вот сейчас такая есть фраза, так же, как говорят, что вот Brown is the new green, да, что вот вместо травки теперь, значит, там, каменюками. Вот также говорят, что 60 is the new 40. Так что, а я как чувствовал, знаете, я еще до того, как эту хохмочку услышал, я чувствовал. Вот, так что... Я еду на работу сегодня с утра, но я там долго не пробуду, потому что есть много других дел. У нас более-менее домик-то, что в Испалалто мы строили, фактически завершен. Там уже какие-то люди придут его сегодня посмотреть, там на предмет съема. Поэтому я тоже туда заеду, сниму видео, вам подвешу. И, в общем, еще раз, ребят, всем спасибо. И до скорых встреч!